Всем привет, друзья, и с вами снова я, Светлана Ата. Друзья мои, сегодня я продолжаю знакомить вас с Турцией, с достопримечательностями, с историей. Продолжаю серию своих видеороликов. И сегодня мы находимся в Мерсине, в древнем Помполиусе. Смотрите, не переключайтесь. Древний город Сон Помпейполис, расположенный в районе Верашихир, в Зитли районе провинции Мерсин, несет в себе следы многих цивилизаций. Он привлекает множество отечественных и иностранных посетителей в течение всего года. Древний город, номинированный ЮНЕСКО, насчитывает 3000 лет. Это одно из первых мест для посещения Мерсине. Историческая дорога в древний город Толи Помпейполис лучше видна благодаря работам архитектурного факультета Университета Мерсина и муниципалитета Мизитли. На Колоннад-стрит есть также 306-метровая улица и велосипедная дорожка, а также есть освещение и зона отдыха. Раскопки в древнем городе экспонируются на монументальных улицах. В этой области вы можете увидеть знаки, которые знакомят с древним городом. Различные мероприятия также организованы в этой области, поэтому трибуна была построена для зрителей. Древний город, который является одним из самых интересных мест города Мерсин, встречает своих гостей прекрасной атмосферой. Туристы становятся свидетелями загадочных структур истории с камерами. Раскопки в древнем городе Сали Помпейополис с 1999 года дали много исторических работ. Из области Колоннад-стрит, где находились императоры или правители того периода, были взяты богиня правосудия Немезита, царь богов Зевс, богиня здоровья Гигея и бог Асклепия, бог вина Дионис и богиня благородия Деметра. В древние времена были найдены гробницы, чаши и марки византийского периода. Во время раскопок были обнаружены 28 древних гробниц. В качестве подарков из этих гробниц были найдены различные предметы, печати, монеты, шпаги со слезами. Исторические артефакты древнего города экспонируются в музее Мерсина. Стоит увидеть хорошо сохранившийся бюст, которому 1700 лет на сегодняшний день. Те, кто хочет увидеть эти работы, могут посетить Мерсин. Сали Помпейполис, этот древний город, был перенесен из Кипра в Анатолию пиратами Родоса. Считается, что он был основан в 700 году. Сали Помпейполис – это важный портовый город. Город известен к тому времени как Сали, а также назывался Сали Помпейполис. Город, имеющий две двери, выходящие на север и юг, имеет 200 столбов между дверями и пережил очень яркие периоды истории. Персидский суверенитет, который продолжался в Анатолии до времени Александра Македонского, также затронул этот древний город. Монета, напечатанная в 5 веке, показывает, что город сохраняет свою автономию. Трудные дни пережил город. В 1 веке эта селевка начала ослабевать. Тигран, армянский царь, который разграбил город, заставил людей мигрировать в горы. Римский полководец Помпей положит конец этой неразберихе. Он проводит реформы в 67 году до нашей эры и поместил пиратов на гору в город. Таким образом, население города снова увеличилось. С этого периода название города называлось Сали Помпейполис. После этого периода город восстановил свою прежнюю мобильность. Руины древнего города Помпейполис расположены в древнем порту. В порту есть два волнореза. Мол, на западе сильнее. Было замечено, что известняковые блоки были прикреплены к полу железными заклепками. Западная сторона волнореза на западе заполнена песком. До настоящего времени ширина волнореза составляет 60 см, длина 160 см, а глубина 60 сантиметров. Поскольку волнорез на востоке был более разрушительным, его точное измерение не могло быть выполнено.
Иерусалим – это древние руины порта, расположенные в древнем городе Помпеополис, являются одним из редких исторических мест. История была установлена, что порт использовался довольно активно в 1 веке до нашей эры. В христианский период город использовался как епископский центр. Далее Помпеополис, которым был нанесен большой урон во время 525-го землетрясения, подвергся арабским набегам в 7 веке. Хотя до сегодняшнего дня путешественники, которые видят город в 19 веке, упоминают некрополь как бани, храмы и театры. Сегодня на колонатуре в древнем городе сохранились 33 колонны, 29 из колонн находятся на восточной стороне и 4 на западной стороне. Курган имеет диаметр 300 метров и высоту 22 метра. В древнем городе Сале во время раскопок был обнаружен 1700-летний римский мраморный бюст. Считается, что бюст изображает римского аристократа или командующего, который жил в древнем городе в конце 2 века или в начале 3 века. Бюст изображает бородатого мужчину, смотрящего прямо с суровым лицом. Некоторые части бюста длиной 82 см и шириной 60 см, имеют и переломы, но артефакт прочен без серьезных повреждений. Друзья мои, на этом моя история подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. И давайте подведем итоги. Что мы знаем о Соле? Соле был важным древним городом и портом в Киликии, современной провинции Мерсин. Соле был разрушен в 1 веке до нашей эры, а затем восстановлен Помпеем Великим. После этого он назывался Помпеополис. Сегодня Соле, Помпеополис, только руины. Но, к счастью, 41 колонна все еще стоит. Данные раскопки позволяют людям погрузиться в атмосферу того времени и получить новые впечатления от посещения Турции. Добро пожаловать в Турцию, добро пожаловать на мой канал. Я вас люблю, ценю ваши просмотры. До свидания, с вами была Светлана Ата. Пока!